красный или болгарский перец, травы, специи, молоко, курица, морепродукты или фрукты, а может быть укусы насекомых или солнечная аллергия. Опасность аллергического ринита может подстерегать в виде пыльцы цветущих растений. Когда в гостиничном номере не очень чисто, аллергическую реакцию может вызвать пыль или плесень. Врачи советуют, если у вас пищевая аллергия, составьте список нежелательных продуктов и запишите их название на иностранном языке. Острая аллергическая реакция может испортить все удовольствие от отпуска. Если где-то на выезде у вас случилась впервые аллергическая реакция, то пациенту невозможно прогнозировать, как она протекает. Поэтому я всегда рекомендую, что если у вас есть аллергическая реакция, возникли сильные отеки, высыпания, и вы находитесь вне зоны, где вы можете самостоятельно прийти к врачу, в этих случаях необходимо вызывать скорую помощь. Аллергики с собой берут на отдых, как правило, антигистаминные препараты. У нас есть такое понятие антигистаминные препараты второго поколения, которые действуют быстро. Сейчас есть антигистаминные препараты сублингвальные. То есть при возникновении аллергической реакции можно положить таблетку под язык, и ее эффект разовьется буквально через 5-10 минут. Необходимо брать с собой мази, мази гормональные. Как правило, тоже пациенты знают, что это делать. И по пришествии в город вы можете обратиться на прием к аллергологу, так как надо выяснить, на что была реакция. Сейчас мы располагаем большим спектром аллергенов, это более 200 аллергенов, и можно пройти обследование, на что была реакция.